Итак, прошло не так много времени с прошлого влога, и Линда уже отправляется к новому хозяину. Это, походу, единственный дубль на фотоаппарат, потому что я умудрился забыть акумы, умудрился забыть зарядку для фотоаппарата и умудрился забыть лишние карты памяти. Для фотоаппарата я чист. Да? Итак, вот это вот полностью берем. Паша, ты идешь? Ну, ей, да. Короче, это полностью в длину надо. Ран вроде нету. Живу. А не, тихо. Ты как, чувак? Андрюха. Живой, не видишь. А же для личных, для архива, для архива. Чувак, ерунда. Ничего. А что с плечом? Боже. Тоже херня, вот только. А где она? Короче, что? Лиза. Не знаю. Последствия. Здесь немножко. Потом. На ноге немножко. Еще на спине немножко и везде понемножку, и вроде я как бы жив. Я купил мантию, и наконец-то у меня появился телефон, который я не разбил. Чувак год без телефона просто ходил. Теперь Андрюха может мне звонить не через родителей. В принципе, все норм. Я добрал. Короче, там скоро контест, и на контесте будет банни-хоп в длину. Ну и я типа, ну почему бы не попробовать так вот сделать пролетик? Попробовал, блин. Я иду. Специальный рецепт. В общем, сначала нам понадобятся специи. Обычные специи, в моем случае это французские. Добавляем примерно вот 3 раза покрутим. Достаточно. Следующий наш компонент это уксус. Не удивляйтесь, это всего лишь уксус. С ним блюдо приобретет некоторые другие краски. И вам будет гораздо приятнее есть. С небольшой кислинкой. Главное, не переборщите. Я единственный нормальный человек в этой компании, который есть нормальные пельмени. Он очень странный. Я русский! Мы сомневаемся в ее ориентации и ингредиент. Не удивляйтесь, опять-таки. Это Фанта. Что она придает? Какой вкус? Никакой фигни. Настоящий китаец. Вот да он не китаец. Тут можно. Ребят, да, я тоже. Тут можно это, ну не ссать, типа, ну чё. Говорят, нафига Фанту добавлять пельмени? Ему это нравится, он японец. Чё, Паша, как тебе идея была Фанту добавить? Эй, ты чё? Паша! Понравилось? Сейчас. Я выскажу своё мнение чуть позже. Писун? Эй, ну вот уже и утро. Погода радует. Вчера был довольно странный день. Чё-то... Короче, мало снимали. И я ещё, короче, оказалось, спину разодрал. Но я это сразу чё-то не понял. Я надеюсь, сегодня я вообще смогу покататься и поснимать еще что-нибудь. Ну, естественно, для этого нужна Артемка, для этого нужен Павлик. 9:20. Самокат или скейтборд? Скажи два в одном. Два в одном. Я скажи один в двух. Один в двух. Я с этим. Снимай. Охренеть, я с этим дебилизмом не согласен.
Смотрите, что за дичь он творит. Смотри, в цвет. Да, в цвет. А колеса не в цвет. Всё, поехали. Я бар могу делать. Блин, чуть в ногу не усадил. Нормально едем, чё. Там останавливаться придётся, дико. А, ну вы уже догадались, что за место. Это топовый спот. Хороший. Здесь плита. Классная. Мы, короче, просили показать угол, под которым это все. Тут плохо видно. Ну, короче, типа вот такого. Она не вертикальная. Ставьте плюсик в колен, в комменты, если зеленочку любите.